Отборочный этап в театральную школу Олега Табакова прошел в Хабаровске. В нем приняли участие 53 абитуриента со всего Дальнего Востока. В течение нескольких минут им нужно было показать комиссии свои творческие способности. На вступительных экзаменах побывала и наш корреспондент Анастасия Привецкая. Солнце медленно спускалось, погружая в сумрак лес. Сколько вас таких осталось с образами до небес? Ты меня люби, жарким огнем, ночью и днем. В актовом зале Института культуры царит творческая атмосфера. У абитуриентов театральной школы Олега Табакова есть последние минуты на репетицию заготовленной программы. Участники отбора приехали со всего Дальнего Востока. Все только что закончили 9 класс. Кто-то уже знаком с профессией актера, а кто-то только в начале пути. Со своей мамой советовался. Она у меня актриса. Да. Советовался, и она меня тоже как-то наставляла, помогала, советовала. Поступить сюда – это такой просто шанс, и я не могу его упустить. То есть если я больше чем уверена, что я не поступлю, но мне кажется, будет намного обиднее жить всю жизнь, зная, что, возможно, ты мог бы поступить. Ларька, сбегай, купи 3 бутылки пива! Она срывается с места и бежит быстрее, чтобы прогнать сон. Елизавета Малышенко приехала в Хабаровск из Уссурийска. Участвовала в школьных конкурсах поэзии. Актриса мечтает стать с 10 лет. Говорит, что, глядя на актеров в фильмах, чувствовала, что может сыграть не хуже. Но на этот раз не повезло. Про школу Табакова я, в принципе, знала давно, но о прослушивании узнала месяц назад. Подготовилась за месяц программу, в целом с собой довольна, но, к сожалению, поступить не получилось. Пытайтесь жизнь перебороть. Прекрасно. Спасибо. Есть вопросы? Нет. Присаживайтесь. Спасибо большое. В первый отборочный день среди членов комиссии артисты театра Олега Табакова. С ними студенты уже с первого курса начинают играть на одной сцене. То волнение, которое испытывают абитуриенты, Артур Касимов знает не понаслышке. 13 лет назад он сам точно так же поступал в эту театральную школу. Когда я зашел в комиссию, сидели все педагоги во главе с Олегом Павловичем Табаковым. Человек, наверное, было 15, если не ошибаюсь, в небольшой аудитории. И для меня они были такие устрашающие, восхитительные глаза. Я не знал, что с собой делать. Всего на курс театральной школы попадет 24 студента. Учиться они будут бесплатно 5 лет, после чего получат диплом о высшем образовании. Уже есть на примете ребята, которые могут составить конкуренцию тем, кто уже отобран предварительно по регионам. По итогам отборочного этапа в регионах самые талантливые абитуриенты будут рекомендованы к поступлению в театральную школу. В июле им предстоит пройти решающие экзамены в Москве. Анастасия Привецкая, Вячеслав Банчужный, телеканал «Губерния».